Сегодняшние гости — команда Norris Team Russia. Василий Чертков. Уже переодевшийся. Да, переодевшийся. Саня Лимаев, привет. И Боря Ананев. Давайте, ребят, наверное, камень, ножницы, бумага. Тот, кто выигрывает, решит, кто он, кто встает с левой стороны. Или вы уже... Мы определились. Мы вы уже решили, да. Нет, хорошо. Итак, правила сегодняшнего батла. Ребята должны поймать как можно быстрее три рыбы на любые приманки Norris. Кто первый ловит, кто первый, кто выигрывает, тот забирает. Что вы решили в итоге? Фирмы Norris. Из Бакана побежденная. Да, вот Боря подсказывает, кто побеждает, тот забирает любую приманку Norris из Баканов побежденных. Побежденных? Как это хорошо звучит, из Баканов побежденных. Вася есть, я уже знаю, кто выиграет. Вот, кстати, вот Бакан Васи стоит, вот он, да, вот Бакан Васи. Оп, да. Могут забрать любую приманку у него. Так, готовы, Александр? Не готовы, да? Смотри. Мы не готовы. Вы не готовы. Так. Вы все не готовы. Ну, раз Вася готов, давайте посмотрим, что у Васи. У Васи стоит... Нет, стоит випер. Випер, семечки. Випер, семечки. Сколько грамм? Полтора грамма. Полтора грамма. Кстати, да. Это мой любимый вес у випера, если что. Ну, мне тоже нравится. Да. Так, посмотрим, что будет Боря ставить. Так, у Бори пока... Непонятно, что ставится, но мы уже видим, это мид, новый мид 29 размере. И в этом цвете, в том цвете, который Боря выкладывал как-то в чатике с тренировки, с этого же водоема. Посмотрим, насколько он действительно тот самый рабочий. И Александр. Александр у нас... А я тут накидал себе много всего интересного. Много интересного. Ну скажи, с чего начнешь? Начну с ГИА 09. С ГИА 09. Интересный выбор, у всех разные приманки. Посмотрим, кто первый поймает рыбу. Напомню правила батла: как можно быстрее закрыться на три рыбы любой приманкой Norris. Давайте сразу договоримся, если батл затягивается более 10 минут, тогда мы уменьшаемся до двух рыб и смотрим дальше по обстановке. Да. Да. Мы находимся в Бишкеке, на водоеме, клевое место. Погода отличная. Ребята, кстати, вчера успешно выступили, заняли третье место. Знают, что эта рыба хочет, как она себя ведет. Поэтому, надеемся, батл у нас пройдет в формате мини, а не макси. Так, Боря у нас с Василием готовы. Последние приготовления у Саши. Время у нас на 12 дня по местному времени, то есть рыбка уже, скажем так, чувствует, что солнце высоко. Соответственно, да, проснулась и ведет себя соответствующим образом. Готов. Ну что, готовы все? На старт! Внимание! Поехали! Так, пока ребята сделали по забросу, давайте спросим у Бори. Боря, на чем ловит? Боря, какая у тебя модель спиннинга и линия? Эксклозер М-ка на эстере. У Бори эксклозер М-ка на эстере. Ловлю я на металл васаби. А ловит Боря на металл васаби. Тяжелую, агрессивную блесну, и буду по площадям. Сейчас посмотрю рыбу. Да, Боря решил работать по площадям, тяжелой, агрессивной блесной. Так, Александр ловит на... Родиокрафт. Химера. 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 Та самая химера трехчастная. Что началось? И алини у тебя эстер? Эстер. Каком? 5. Родик. 0,5. Да. Нет, 0,35. А, 0,35. Василий, у тебя. Эксклозер 62 мл. Эксклозер 62 мл и линия. Эстер тоже 0,35. Эстер 0,35 Родиокрафт тоже. Смотрим. Посадочка у Александра. И есть рыба в домике.
поклевка у Бори была? Еще одна поклевочка. Опять посадка у Александра. И рыбка опять в домике. Ну что ж, неожиданная разведочка наступает. Одна рыба осталась Александру до победы в этом батле. Батл не играли. Или норис не ставили. Так, смотрим, так, Боря решил поменять приманку. Смотрим, что Боря ставит. Боря ставит мид, о котором мы говорили в начале батла. Боря, на чем ты ловишь, анимируешь мид? Тоже радиокрафт у тебя. Это мейстер. Мейстер. 60-й эльф, ТРЗ, на 0.35 эстере. Тоже 0.35 эстер. Что, прости? Как поняли, линия у нас командная. Командная линия, да. 0.35 эстер от Радиокрафт. Если что, кому интересно, пожалуйста, вот Радиокрафт эстер мейстер 0.35. Любимая эстер команды Norris Russia Team. Ну, не любимый, но, скажем так, в настоящий момент используемый. Опять поклевка Александра. Была небольшая заявочка на победу. Опять жесткая поклевка такая у Бори. Но рыба не всеклась хорошо. Боря проверил крючочки. Поклевка у Саши была. Опять поклевка у Саши. Да, это блесна, которая у Саши, она прям что-то может. Ну и руки, конечно же, тоже. Опять поклевка у Бори. Боря, похоже, решил играть в батл по поклевкам. Ставит Боря другой цвет.
Размер тоже 29, да? Да. Да, 29 тоже размер. Ну, чисто ради разнообразия. Да, Саша решил чисто ради разнообразия поставить тоже мид. Тоже 29, да? Да. Тоже 29, прозрачный цвет. Прозрачный. Прозрачный, да. У Василия пока без поклевок. Одна была. А, была одна. Ну, пропустили, видимо, да. Ну, ударчик даже. Не такая, чтобы прям что-то поймать. Смотрим, смотрим. Посадка у Василия. И рыбка в домике. Есть. Ах, у Бори сход. У Бори была посадочка и сход. Итак, давайте подведем общий промежуточный итог. У Бори пока 0, у Василия 2. Ой, у Александра 2 и у Василия 1 рыба. Напомню, что мы играем до 3 рыб на приманке Норрис. Напомню, Василий ловит на випер 1,5-граммовую семечку. Александр и Боря ловят на 29-й мид. Ах, поклевочка была опять. Ищ, поклевочка была у Саши. Ух, какая веселый баттл, энергичный. У всех поклевки, сходы, посадки. Все как мы любим. Обратите внимание, Василий теперь ловит палкой вверх. Он тем самым изменил игру блесным. Японцы называют такое положение удилища тачи-йоги. Сейчас больше насыпаний. Насыпаний? Видимо, не настолько активно, поэтому на паузе пока. Так, смотрим Боря. Боря опять меняет приманку. Боря остается в мите, но пробует другой цвет. Коричневый глоу. Ах, посадка. Ой, поклевка опять у Саши была. Посадку у Бори. Ах, опять сход. Но обратите внимание, Боря меняет, ротирует цвета и, собственно, добивается того, чего он хочет добиться. Поклевки рыбы. Опять поклевка. По поклевкам и посадкам пока у нас абсолютный лидер — это Боря. Так, Саша у нас меняет цвет. Поменял цвет тоже. Ребята увидели, что приманка работает. Теперь просто ротирует, подбирает правильные цвета для того, чтобы одержать победу в этом батле. Мини-батле. Опять поклевку Бори.
поклевку у Саши. Обратите внимание, Василий кидает прямо практически под ноги, что называется. Буквально 3-4 метра заброс, и я так понимаю, он хочет поймать рыбу на бровочке. Так, там у нас где-то вдалеке Боря меняет опять приманку. Давайте посмотрим, что там у Бори. Ну, Боря продолжает работать митом. И опять у него ротация цвета другая. Ах, посадка у Саши была. Да, Боря еще говорит, удочку поменял. Борь, скажи, почему ты удочку поменял? Как будто бы баланс снасти не тот, который позволяет рыбе пересекаться правильно. Попробую другой баланс снасти. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Вот, пожалуйста, посадка. Но опять сход. Борь, пока ты меняешь приманку, расскажи, откуда любовь к желтым сапогам и желтым штанам, в которых ты довольно часто мелькаешь на наших экранах? Слушай, ну, так получилось, да, так сказать. Случайная любовь, но которая в итоге как будто бы закрепилась. Вот эти те самые желтые сапоги, Боря. И те самые желтые штаны. Довольно быстро начался у нас батл. Саша двумя закрылся рыбами, но повисла напряженная пауза. Посадка опять у Бори. Посадка у Саши. Смотрим, смотрим, смотрим. Похоже, что мы близки к развязке были. Эх. Подойдем, хлопать, попробуем. Так, ребята, очередная. Учил, ребята, очередная ротация приманок. Напряженная борьба. Кто же победит в этом батле? Если вы смотрите нас прямо сейчас, пишите в комментариях, как вы думаете, кто в итоге заберет финальную рыбу? Вася, Саша или Боря?
Так, Василий поменял приманочку, пока Василий меняет приманочку. Ах, опять сход у Александра. Ах, какая драма. Василий, что у вас стоит? 33 МР. 33 МР Василий тоже ставит. РашБЛ 33 МР. Поправочка. Что ты там начал? Грязью начал заниматься? Вообще незаконно, ты в курсе? А, ладно, я был у меня там. Это вообще незаконно. Запрещено венское мероприятие. Я собрался уже на самолет, но этот пользуюсь. Ага. С ностями Саши. Ну. Ну, приманки они с ностями. Обратите внимание на проводку с паузами. Посадка Александра. И опять сход! Играет с нервами Александр, как будто бы. Да. А может быть дает фору ребятам? По предыдущие полтора часа играли. Да. Больше хорошего, интересного контента, говорит Александр. Попробуем на моночке помягче. Да, вот Александр решил на моночку перейти. Возможно, это решение проблемы со сходами. А Боря, Боря ушел с Митта в блесну. Боря, что за блесна у тебя? Тич. Тич в каком весе? Полграмма. Полграмма. Опасный человек, говорит Александр Борису. Клевка у Саши была опять. Издевается. Ага. На этот размер. Обычно ты нам помогаешь. Василий выбирает, какой цвет РашБЛ. Пытаюсь что-нибудь себе. 5. Она прям идет за ним. Да, вот Саша обращает внимание, что видно, как рыба идет за приманкой. Вода довольно-таки прозрачная. Хороший прозрак в водоеме. По аллиляционных очках прям видно очень хорошо рыбу. И ее реакцию на проведение приманки. Напряженная борьба у нас. Так, мы проглядели. Василий, ты остался в РашБЛе? РашБЛ просто другой цвет. Какой цвет у тебя сейчас? Натуральный он. Даже близкий его к цвету воды такой, да? Да, да, угу, да, очень угу похож. Как его надеть? Да, ну, цвет воды водоема.
абсолютно то же самое. Так, Саша тоже поменял. Что у тебя сейчас? Ох, посмотрим посадку у Бори. И Боря принял рыбку. Есть рыба у Бори. Один у Бори, два у Саши и одна рыба у Василия. Кто же победит в этом батле? Кто заберет приманки у парней из Бакана? Саш, скажи нам, на что ты сейчас ловишь? На что поймал две рыбы, там самое. А, Саша вернулся, да, к той приманке, которую он ловил с самого начала. Там, по-моему, была ги в каком весе? 0,9. 0,9, да. Посмотрим, есть ли система в этой приманке. Первые две поимки были прям очень быстро совершены. Потом Саша ушел в другие приманки и вот вернулся. Посмотрим. Так, Боря у нас тоже меняет приманочку. Смотрим, что Боря ставит. Боря ставит. Тич 08. Тич 08, контрастный цвет. Да, вот Василий подсказывает, что у нас тут форелька гуляет, смотрите. Оп, парочка. Вот прозрачный прозрак воды, чтобы вы понимали, насколько вода здесь чистая на водоеме. Парочка ходит. Да, такая. Вот, кстати, эта парочка подошла к подсаку Саши. Так что есть возможность закрыться. Да, Василий. Оп. Боря эту парочку отогнал, чтобы она тут не смущала нас. Да. Что, подсак? Да, подсачивается, смог рыбу. Так, Саша опять ушел, вернулся в МИД. А Василий у нас тоже решил сменить приманочку. Смотрим, что выберет, да, Василий. Всего один контакт, да, я думаю. Я пока думаю. Еще не знаю. А вот, кстати, обратите внимание, телефон Александра, но телефон не простой, а с символикой Норрис. Это Любовь Норрис называется во всех своих проявлениях. Опа, посадочка у Александра. Смотрим, чем закончится этот батл. И он заканчивается, победой Александра! Есть третья рыба! На новый МИД 29-й. Да, работает МИД, работает. Ну, забирай его себе, Саша. Есть у нас победитель. Его имя Александр Лимаев. Запомните это имя. Красавчик. Поздравляю, Саш. Василий, спасибо за батл. Боря, спасибо. Так, ну что, ты забрал в итоге... Я забрал. Что ты забрал у Бори и что ты забрал у Васи? Давай. Я знаю, что я заберу у Бори. Давай. У меня сегодня была потеря. Новый в лесные. В новом. Да, свете. Ага. Свете 2,8. Сейчас ее Боря нам покажет. Она у него, поди, еще не распакована. Не, он уже разловился. Так, а что ты заберешь у Васи? Могу тебе не показать.
Мой же. Ой, машина. Да, оно. Вот это человечище. В упаковке все раздает. Это Катин цвет. Который придумал Катя Гришина. Вот так вот. Всем команды Норрис. Мы сегодня неплохо мне с утра половили, но потом... Вот, Саша вчера не перевязал. Оба, и Вася, да. Вася поставил Софию, пока мы болтали, да, первого заброса села рыба. Так, Саш, а что ты у Вася заберешь? Вася, что у тебя есть вкусного, друг? Да вот смотри в свой ящик и обозначь. Там что-то сложно найти что-то, да ничего нету. Чего нету. Ага. А где... А, понятно. 101-м там, нет? Я думаю, мы с Васей отдельно потом разберемся. Да. За столом. Много рыбы достаточно. Сходы, не, есть, как да, бы, можно есть. Было решать поединок раньше. Но... Угу. Баланс снасти. Надо подобрать. Подобрать. Ну, я тоже на эту же снасть. Здесь будет два схода. Одна поклял. За слово завести только одну. Спасибо, ребята. Спасибо. Классный баттл. Да, до новых встреч. Спасибо. Все. Спасибо. Счастливо. Спасибо, пока. Вот так вот. Вот так вот Норрис решили между собой, кто в этом батле лучше всего умеет ловить рыбу. Напомню, победил у нас Саша Лимаев. Ну, Вася с Борей тоже закрылись, кстати, по рыбке. Он-то вчера еще и в личке занял. Да, напомним, место. Василий напоминает, что Саня у нас вчера в личке занял третье место. Так, это не случайно. Все не случайно, все не случайно, да. Есть руки, есть голова. Я поймал в той же самой теме, что ловили вчера на... Да, вот Саша подсказывает. По факту, да. Да. Та же самая равномерная проводка попасть в слой. И цвет, ну, просто блестяшка ей нужна была. Ну, это впереди она была черная. Давайте внимательно посмотрим на эту блестяшку, да. Вот она, если видно. Прям равномерочка. Норрис, ловите на Норрис. Норрис ловит. Всем пока, спасибо.